Если вы морально готовы бросить курить, самое время сделать это сегодня. Ежегодно в 3-й четверг ноября отмечают Международный день отказа от этой вредной привычки. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 6 миллионов жителей планеты ежегодно умирают от воздействия табака на организм. Инсульты и инфаркты во многом провоцируют именно пристрастие к курению. Основная цель появления в календаре Международного дня отказа от курения как раз информирование населения о пагубном воздействии табака на здоровье человека. Организаторы празднования считают, что если периодически рассказывать о вреде табака, это повлияет на самосознание курильщиков. Ну а мы напомним одну известную фразу: капля никотина убивает даже лошадь. А еще курение разрушает зубы, ухудшает зрение, память, потенцию и так далее. Так что, может быть, именно сегодня стоит принять важное решение, и вместо того, чтобы купить пачку сигарет, стоит пойти в спортивный зал. Ведь вредные привычки можно заменить здоровыми, и физические нагрузки стоят в этом смысле на первом месте.